Директор Дома татарской книги поделился планами выпустить научно-популярную литературу по астрономии для учеников средних классов общеобразовательных школ. Подробности в сюжете. В школьные годы дети начинают проявлять первый интерес к различным наукам. Чтобы стимулировать их любопытство, важно создать правильные пособия, которые смогут рассказать о важном, доступном языком. Ну, в рамках проекта «ГИЛЕМ» мы уже 6 лет занимаемся продвижением науки на татарском языке, в том числе рассказываем, пишем, проводим лектории по астрономии. По рекомендации астрофизика Рашида Синяева хотим добавить в книгу материалы об астрономических терминах на татарском языке. В команду войдет аспирант Казанского университета Ильхам Галиулин и другие деятели науки. Айдар Шайхин отметил, что в школах с татарским языком обучения часто не хватает методических пособий, поэтому в «Атлас» добавят справки об истории татарских наименований космических объектов. Книга будет для средних классов. Конечно, астрономию в школе изучают в 10-11 классе, но старшеклассникам не до астрономии на самом деле в школе, это период подготовки к ЕГЭ. Но мы хотим сделать так, чтобы книга была направлена, да, в первую очередь для школьников, но было интересно читать и всем категориям читателей. Идею создания «Атласа» презентовали на встрече в Министерстве молодежи Республики Татарстан при участии заместителя председателя Госсовета Республики Марата Ахметова. Ариадна Кукушева, Виолетта Басова, Универньюз.